Нам санкитанам ясо сарвапапапанасанам пранама дукша шаманам тванамами харим парам. Сисила Бхакти Сидданто Сарасвати Госвами Такур Прабхупад told that I am not going to keep any deposit money for you all. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад сказал, что я не оставлю никаких денег для вас, чтобы вы все стали ленивы. А наоборот, я лучше возьму долг для Кришна Севы, для Гауранга Севы. А вы должны будете совершать баджан. You cannot take rest. You have a responsibility to pay that amount which I took as a loan. И что у вас не будет времени отдыхать, вы вынуждены будете совершать Кришна Баджан, чтобы отдать этот долг. Таким образом, всегда, постоянно я хочу занять вас в Кришна Баджане. Huge amount of money, excess money. We don't need. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад сказал, что нам не нужно много денег, особенно избыток денег. Много денег — это плохо для нас, поскольку мы не можем найти достойное приложение для этих денег, а вместо этого мы разовьем наше ложное эго, и из-за этого ложного эго мы можем совершить вайшнава апарадху и прочие апарадхи. Это очень плохо для нас. Кришна, он вездесущий, он может видеть все. Что нам нужно для севы, Кришна автоматически может послать нам это. Вам не нужно беспокоиться, все, что нужно, то, несомненно, Кришна, он даст нам это, но при условии, что мы будем совершать баджан должным образом, а обо всем остальном позаботится Кришна. Главное для нас — это совершать настоящий баджан. Без баджана мы не можем найти, что ситуация в этом мире благоприятна. А можно найти только, что все наоборот, все против нас. Now actually, point is there. И сейчас суть в том, что вчера я говорил о Вритрасуре. Вритрасур, он великий преданный. You know it very well, вы знаете это, that if you are going что to get some concrete bhakti, если вы хотите обрести, а если вы получите какой-то настоящий бхакти, то рождение за рождением, оно останется у вас. Если вы вайшнава апарадху совершите, то да. А если вы не совершали оскорбление вайшнавов, то ваше бхакти, оно не уничтожится, оно будет у вас. Какое-то количество бхакти, ваше осознание, то, что вы обрели в этой жизни, будьте уверены, это останется с вами. В следующей жизни вы опять начнете с этой же точки развития и будете так продолжать до самого последнего уровня. Кришна, он поможет нам. И сейчас вопрос. Вритрасу, он великий демон. Но сказано, с другой стороны, вот говорилось, что он браман, поскольку он родился от Раван, тоже браман. В династии Риши
как Раван. И что, что значит Браман? Они родились в браманской семье. На самом деле, Вритасур, он великий преданный. Я могу рассказать о том, как он обрел это тело Вритасура, почему он стал демоном, хотя для него это невозможно. И также можно найти, что бхакти – преданность внутри его сердца, а внешне он выглядит как демон, как асур. But inside his heart, all bhakti tatta, everything there. We can see here how nicely. Внутри его сердца преданность присутствует, и можно дальше видеть, как Вритасура дает наставление Индре. Индра он царь небес, а Вритасура он дает ему наставление, и Индра Махарадж он очень счастлив слышать такое. Он очень удивлен, как это возможно, что ты демон асур, но я нахожу, что твое самосознание очень высоко. Ты говоришь как вайшнав. Yesterday, actually, Vritasur was speaking same thing. Вчера Вритасур говорил то же самое, что говорил Шрила Прабхупад. Вритасур говорил, если Кришна любит меня, если Кришна любит кого-то, он не обманет его никак. Богатством или еще каким-то могуществом. Кришна, он не будет обманывать вас. Если вы любите Кришну, Кришну всем сердцем, и Кришна любит вас, то Кришна никогда не обманет вас. И Вритасур говорит: Пунсам килоикан тодхиям саканам ясам падуди вибхомо расаям нарат яддес удбего адхир мадаха калир вясанам сам праясаха. 11th chapter 22. Pungsam kiloi kanto dhiyam sakanam ya sampado divi bhumu rasayam narati yad desu udveg adhir madaha kalir vyasanam samprayasa. Pungsam kiloi kanto dhiyam sakanam. If Krishna thinks, если Кришна думает, что ему нужно только бхакти, если Кришна примет вас, того человека, если Кришна любит вас, если Кришна примет вас, то Кришна не обманет вас, он не даст вам того богатства, что доступно на небесах. Те богатства, которые есть на небесах, или вообще в этих мирах, материальных мирах, и ниже, на Расаталу, там тоже очень много богатств. В Расатале. Их даже нельзя сравнить с богатством, которые находятся на небесных планетах, там больше. И Вритасур, он сам осознавший себя душа. Он получил милость, полную милость Ананта Дева. Но не только это, он получил даршан Ананта Дева. That's why actually, Pungsam kilaikanta dhiyam sakanam yasampado divi bhumurasam. No, Majay, actually, Pungsam kilaikanta dhiyam sakanam yasampado divi bhumurasam narati. Narati means giving. Krishna not going to give that kind of offense. И Кришна, он не даст своему преданному таких богатств, поскольку Кришна знает последствия этого. Обычно люди, которые получают богатство, они забывают о Кришне. И поэтому Кунти, она молилась всегда Кришне, чтобы Кришна послал им проблем. И вопрос возникает, почему
Друва Махарадж, Прахлад Махарадж, они были очень богаты, и как Кришна, он дал силы, дал им богатство. Можно спросить, почему? Кришна говорит: «О, Прахлад, ты должен взять свое царство, Прахлад, ты тоже должен стать царем». Они говорили, что они не хотят, но Кришна, он силой дал им их положение. И это пожелание Верховного Господа. То есть, почему он дал эти богатства Друю Махараджу? То есть, сам Господь хотел дать ему эти богатства, и поэтому никаких плохих последствий это богатство не оказывало на них. И также можно найти наш Прагу, Брама. Он просил Верховного Господа: «О Господь, ты дал мне столько богатств, что я, возможно, разовью мое ложное эго, что я Брама, я творец всего мира. И прошу тебя, благослови меня, что в будущем никогда у меня не будет этого ложного эго, что я Брама, я творитель всего мира». Is my request for you. И это моя просьба. After that, Supreme Lord blessing him. No. И после этого Верховный Господь благословил его, что да, ты не будешь чувствовать никакого ложного эго. Это мое благословение тебе. И Брама говорит: в разных калпах я творю, может быть, однажды я забуду, что я не творец, что я... И поэтому я прошу тебя благословения, чтобы никогда в будущем у меня не было такого ложного эго. И Кришна благословил его. Бхаван. Бхаван значит ты. И вот эти слова значит, что ты не будешь... Я благословляю тебя, что... У тебя не будет ложного эго. И вот Вритрасу говорит таким образом. Чтобы дать нам урок, и также и Индре. Они сражались с Индрой, когда... И в то же самое время Вритрасу говорил. И Индре Махараджа. И он дал ему такое учение. Because if you have affluence, enough affluences, you see, you cannot find any application, proper application. You cannot find any respect to the Vaishnava. Already I told you. Не можем найти им должное применение и. И из-за ложного эго мы можем как не оказывать почтения Вайшнавам. И, возможно, мы совершим так оскорбление в адрес Гуру и Вайшнавов. И поэтому Кришна, чтобы не рисковать, мне не дает такие богатства. И когда... И Вритрасу говорит, и поскольку Кришна знает о последствиях обладания богатством, то поэтому он для своих преданных он не дает его, поскольку если у нас богатство, мы беспокоимся, как это все сохранить, кали, споры, борьба за... Вот пример этих... Пример того, что говорится в Бхагаватам, если человек богат, то возле него собираются всякие, ну, такие нечистые люди. No other person can take troubles. Как в моем случае, если у меня ничего нет, то ко мне приходят только люди, которые искренне заинтересованы в совершении баджана, поскольку у меня ничего нет. А если много богатств, то приходят всякие недостойные люди, которым нужны только деньги. То есть это как Кали. И Вритрасу дальше говорит. Тоирвайригикаясо вигхато асмат патир видхатте пурушаша шатру
Тату анумайо бхагават прасаду жо дурлаба акинчана жо дурлаба акинчана гочарар най. Магачарар най. Actually, what kind of your life, if I have the chance to look into your life, then I can understand that you should give birth to you or not. The situation in which you are. Если посмотреть на нашу жизнь, то можно увидеть, даровал ли Кришна нам свои милости или нет. Та ситуация, в которой мы находимся, в этой ситуации можно осознать, что наше самосознание развивается или нет. Каждый день мы должны думать, сегодня наше осознание, оно увеличилось или нет. Или уменьшилось. Вы должны думать каждый день насчет этого. Триварга, дхарма, артха, кама, мокша. And also we are less interested about мы не а мы на самом деле не заинтересованы в мокше. И Вритарасова говорит. Если вы посвящаете свою энергию дарме, карме. И вот дхарма значит, есть разные виды дхармы, но это не Бхагавад-дхарма, то есть метамерская дхарма, которая здесь описывается, какие-то обязанности в обществе к предкам и прочее. И для живых существ, для людей эти усилия бесполезны, поскольку они могут быть против преданности, и они могут влиять на ваш баджан. Вы можете вспомнить, вчера я сказал, вот эту шлоку. Когда там, где чистые преданные воспевают славу Кришны, это то там then material talkings cannot take place. То материальные разговоры они не могут material быть там. Material topics разные материальные темы, они не могут быть в том месте. И наоборот, даже там, где совершают Кришна Сангхир, там материальные вещи, они уходят оттуда, материальные разговоры и прочие материальные умонастроения, они уходят из того места. И когда Кришна таким образом помогает нам, можно понять, что Кришна, Он благословил нас. И примеры такой приведу. Вот насчет Судама Випра, его жена посоветовала, что твой друг сам Верховный Господь, и поэтому можешь пойти что-то попросить у него какой-то собственности, каких-то денег, поскольку мы очень бедны. Но Судама слушал об этом, но не был заинтересован в том, что говорит ему жена. И когда он встретился с Кришной, вернулся, вот он был в Двараке и вернулся, но ничего не просил. Хотя жена сказала ему перед его уходом, что ты идешь в Двараку, лучше ты попроси каких-то богатств для нас. Но он не был заинтересован в этом. Он ничего не просил у Кришны. И в этом случае, когда он вернулся,
и спрашивает, Кришна настолько милостив, и поэтому Кришна не даст мне никаких богатств. Поскольку Кришна знает, если я стану богатым, то, возможно, я забуду Кришну, и поэтому Кришна из своей милости, Он не дает ничего мне. И таким образом Вритрасва тоже говорит. То, как Кришна ведет вас, то вы можете осознать, что это настоящая милость на вас или нет. Те чистые преданные не могут понять, что это милость, которая пролилась на вас или нет. Еще примеры приведу. Например, вы совершаете Гурусаву и Говангусаву, собираетесь совершать. But you are actually deviated from the actual track. Но вы отклонились от настоящего пути. Actually, to be frank, если говорить правду, вы отклонились от, nobody can arrest от, you. От направления. Но кто скажет вам? Только гуру и вайшнавы не могут поймать вас и сказать, что вы делаете неправильно. Но если никого нет, кто вам скажет, что вы делаете что-то неправильно, и в то же самое время это намапарадху совершаете, например, если вы слишком богаты, беспокойтесь обо всем и не можете совершать харинам должным образом, и таким образом вы намапарадху совершаете. Будьте внимательны, я хотел это объяснить более подробно, но иногда нужно быстро, времени мало, поскольку это Бхагаватам, это она подобна океану нектара. Я растерян, как что говорить, что не говорить, поскольку слишком много всего, что я хочу сказать, но то, что я хочу сказать, если вы совершаете намапарадху, это плохо. И вот если вы совершаете намапарадху, то с этой, с помощью этой намапарадхи ваше богатство увеличится. С помощью этой намапарадхи Кришна может дать вам больше и больше богатств, что вы забудете Кришну. И вот намапарадха, она очень опасна. Если вы совершаете намапарадху, это хорошо, но, пожалуйста, не совершайте намапарадху. Very carefully you have to do Harinam. Вы очень внимательно должны совершать Харинам. You will have to get up. Вы должны вставать рано с утра, по крайней мере, в три утра, если не раньше. И после этого, когда вы освежились, можно сесть воспевать Харинам. И когда вы повторяете Харинам, вы должны думать о лотосных стопах гуру и вайшнавов. Сначала многие иностранцы спрашивают меня, когда повторять Харинам, о чем думать, о чем нужно думать. Я думаю, смотрите, вы находитесь в обусловленном состоянии, и сейчас, когда вы повторяете Харинам, вначале вы должны думать о лотосных стопах гуру и вайшнава в начале всего. Ну, спрашивают, если мы Харинам повторяем, при чем тут гуру и вайшнавы? Но проблема в том, что вы никогда, я думаю, что вы не слышали Харикатху. Если бы вы раньше слушали Харикатху, то я сказал. Шрила Прабхупад сказал. Гурупад Падма – это трансцендентный посредник, медиум, через которого вы можете видеть мир Вайкунтхи такой, какой он есть. Гурупад Падма – это трансцендентный медиум, прозрачный, трансцендентный медиум, через которого вы можете видеть все, как оно есть. Понимаете? И, например, ваши глаза не очень слепы или плохо видят, но если
какой-то доктор даст вам линзы, очки или какие-то линзы, то вы можете видеть гораздо лучше. И также Шрила Прабхупад говорит, Гурупад Падма Вайшнавы, они трансцендентные медиумы, прозрачные, трансцендентные такие посредники, через которых у вас есть возможность видеть мир таким, как он есть. Иначе нет. Я знаю, что Харинам, он не отличен от Радха Говинды. Но я знаю, что Харинам не отличен от Панчатавты. Нет сомнений, я слышал от моей Гурварги. Будьте уверены, что Харинам, он не отличен от Панчататвы и Радха Говинды. Я знаю. All together with Sakhi Manjari, everything. Все вместе с Сакхи Манджари и всем другим окружением, но сейчас где мы находимся, что делать? И поэтому вначале мы должны думать о гуру и вайшнавах. So, you know, и асмат патир видхатте пурушасья сатро тато онамио бхагават прасадо дурлабо акинчано гочаро. Akinchana gocharanai. So actually nice. This kind of effort. И вот такие усилия. Они естественно у нас. What kind of effort? Происходит какие усилия? Go for Toirvargi kaya so men. Стремиться к триварге, дхарме, арчи, каме. Но Кришна, он может дать нам такое лекарство, что вы освободитесь от стремления к этим вещам. Кришна, он может дать нам такое лекарство, что вы освободитесь от влечения к этим мирским вещам. Если вспомнить, то Рай Рамананда Махашо и Шри Чайтанья Махапрабху, они обсуждали очень много вещей на берегу Годавари в Южной Индии. И Шри Чайтанья Махапрабху, он приводил такой аргумент, что они, некие глупые люди просят денег, уважение, положение в обществе, еще что-то, повторяя Харинам. И это не Харинам, это оскорбление. И Шри Чайтанья Махапрабху, сам Верховный Господь, он не отличен от самого Кришны. И Махапрабху говорит, это очень важно, слушайте. И Шри Чайтанья Махапрабху говорит, Кришна кое, Кришна speaking, Кришна кое, эй мурхо, ами бигго, эре вишай кено диво, сачаран амрито дия, вишай голайго. You must read Bengali. Very nice one. На Бенгале очень красивый стих. И когда кто спрашивает денег, богатства или еще чего-то, Кришна говорит, он глупец. Если Кришна милостив, то что Кришна может сделать? Кришна говорит, я Вигья, Вигья значит, он знает все, всезнающий. Он знает, Кришна знает все, а он глупец, который пришел ко мне совершать баджан, но все равно глуп. И почему я позволю ему совершить ошибку? Он спрашивает денег, положение в обществе, власти, но я не дам ему это, а с другой стороны, я дам нектар, который находится у моих лотосных стоп. Если этот глупый преданный просит каких-то бесполезных вещей, то я не дам ему это. Better I can give the nectar that is there. Лучше я дам ему нектар, который находится у моих лотосных стоп. И тогда он, когда он попробует этот нектар, он забудет о всем остальном, о всех предыдущих желаниях, как Дхрува Махарадж. Дхрува Махарадж говорит. They are also nice.
И в Хари Бхакти Шуддха Дайя, там тоже описывается это. Я начал баджан, чтобы получить положение в обществе, но случайно, по милости Гурудева, я обрел твои лотосные стопы. स्वामीन किताब तो उसमें बरम न जाचे। ओ प्रभु। ओ गॉस्पोज। Now I am really, I am actually totally satisfied. И сейчас я полностью удовлетворен. That's why I barom na jaise. I don't expect any kind of benediction from you. И я не хочу никаких благословений от тебя. Я полностью удовлетворен. Я искал какие-то. Я стремился к каким-то. Осколком стекла, но по моей великой удаче я обрел драгоценный камень, а я стремился к каким-то стекляшкам, но по моей великой удаче я обрел сокровище, настоящий бриллиант, и поэтому я полностью удовлетворен. О Господь, я не хочу больше ничего от Тебя. И Чайтанья Махапрабху говорит то же самое. Он глупец. Он стремится к каким-то, просит у меня каких-то мелочных материальных вещей. И до этого я также говорю, если у вас есть желание или нет желания, но все же, You will have to do Krishna bhajan. Вы должны совершать Кришна бхаджан. Акамаха сарва камва мокша кам ударуди тибрена бхакти йогена жажета пурушам тварам жажета бедилинга. If you have so many desires, если у вас так много желаний или вообще нет желаний. Акама Сарвакамава, или вы стремитесь к освобождению от этого материального мира, но если вы совершаете Кришна Бхаджан, то тогда если вы чисто сердечные, Maybe moksha kamna is there. И если у вас есть какие-то желания или нет желания или желание освобождения, то есть вы глупы, может быть это не так плохо, но если ваш вы искренний и просто сердечный, то для такого человека предписывается, что нужно совершать Кришна Бхаджан. Тибрена бхакти йогена джаджето, it's a must. Это должно быть, он должен совершать Кришна бхаджан. You see here, и вот смотрите, здесь Вритрасу, он великий преданный, но Вритрасу, он хотел убить Индру. Это тоже желание. Разве нет? Follow me. It is also one kind of easy, like to kill Indra. Why? You know, because. Поскольку. Actually now, by the desire of Krishna. По желанию Кришны он попал в такую ситуацию, чтобы исполнить свой долг, он должен был убить Индру, но в итоге он оставил тело и ему нужно было оставить тело и вернуться к Верховному Господу. И вот Кришна, Он может дать нам такое лекарство, которое освободит нас от этой болезни дхармы, арти, камы, мокши. И Вритрасур, он смотрел наверх, на Санкаршану Анантадева. Хе Прабху! О Господь! Ахам харитава падайка мула дасану дас бхавитасми бхуйо Манаха смаритасу патир гунанам гинитабаг
Карму карту кайя. О, Прабху, о, Господь. Ахам Харе, Ахам, Хе Харе, Ахам Тавадас, Хе Хари, о, о, Хе Харе, Прабху, о, Господь, я твой вечный слуга. Ахам Харе Тава Падайка Мула Дасануда. Actually, it is, he is not expressing false ego. Он не выражает никакого ложного эго. Он не говорит, что я твой слуга. Нет, он говорит, что я слуга твоего слуги. Слуга слуги твоего слуги. И это называется настоящим смирением. Что я там Гуру Севак, могу служить своему Гуру, а вы там уходите прочь. Я сам могу все сделать, это глупость. Те люди, они глупые, они не знают татва, они не знают, кто настоящий голосовок, кто ложный, кто просто гордится. Это общество, оно общество сумасшедшее. Можно так сказать. Если кто-то говорит, что я могу совершать гуру севу, то это глупо. Он ничего не знает о гуру. Гуру, он бесконечен, и гуру сева, она тоже бесконечна. Как можно говорить, что сам все сделаю? А с другой стороны, Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, что у меня нет силы совершать все самому, и поэтому, мои братья в Боге, приходите и помогите мне. И я не Гуру Севак, я слуга слуг моего Гуру. Гуру Севак, это слуга слуг Гурудева. Те, кто совершает служение Гурудева, я хочу вознести молитву им, что они совершают Гуру Сева. У нас нет возможности, мы не можем ее совершать. Кто-то может сказать: о, Махарадж, мы тоже приглашаем наших братьев Боги, они очень умные. Сначала всем раздали, организовали все, что все вышло из-под контроля, и потом уже кого-то приглашают и просят исправить. Но перед этим, когда им говорили, что нужно делать не так, а иначе, они не слушали. Когда уже все, разрушилось, что уже делать? You are calling me, and to throw a stone on honeybees. Сейчас вы зовете меня кинуть камень в пчел. Honeybee making a hive. Вот если пчелы, они строят ули, где они мед хранят. И вот вы приглашаете меня, так, даете такую севу, но чтобы я кидал камни в этот улей. И все эти пчелы, они разозлятся и будут кусать меня. И вот когда ситуация вышла из-под контроля, кто уже слушать нас будет, когда уже слишком поздно. И вот это такая вот ситуация в обществе. Ахам харе тава пада и камула даса даса ану даса бхавитасми бхио. Ам хе прабху сарвендо то сарвендо то сарвендо. О Господь, я слуга твоих слуг. И это мое положение. And my mind always, и мой ум, он... My mind манаха смарет тасупатер гунанам. My mind always thinking about the transcendental qualities. Мой ум, он всегда думает о трансцендентных качествах. Hey, Prabhu, your твоих качеств. Smaret tasu patir gunanam gnito bak and all transcendental qualities. I am going to speak. My tongue. И мой язык, он. Он занят в воспевании, в прославлении твоих трансцендентных качеств. И таким образом, я,
мое тело, оно занято в Кришна-севе, в служении Тебе. Я хочу занять мое тело в служении Тебе, мой ум в непрерывном памятовании Тебя. Я хочу думать о Тебе всегда, и мой язык я хочу занять в прославлении Тебя. И в таком состоянии я нахожусь в Ритрасу. Он асур, он демон, он сражается на поле боя с Индрой. Aham hare tava padaikamula dasa anudasa bhavitasmi vuyo manaha smaritasu pater gunanam ginitabhag karma karotu kayaha karma karotu kayaha karotu kayaha. So this way I like to. И вот таким образом я хочу занять все в служении Тебе, и поэтому не оставляй меня. Знай наверняка, что мой вечный адрес, он у лотосных стоп Верховного Господа, у твоих лотосных стоп мой адрес, о Господь, я сейчас нахожусь в такой ситуации, пожалуйста, прости меня. И Вритрасу говорит, что у меня нет, о Господь, у меня нет никаких желаний. Поверь мне. Но нако приштам, но то парамистам, но сарбхумам нарасадипатям, но йогу сиддира пунарбхамба, саманджасота вирахаджуканхе. Hey, Prabhu, I don't like to take control over the heavenly planets. I don't like to take control over the heavenly planets. Я не хочу быть их повелителем. Или все, и я не хочу занять положение Брахма или быть Индрой. Индропад is there, so also I like to, you know, Индропад is I don't want. Брахмапад, Брахма has some rank, position, I don't need. Нанака пиштам, на парамистам, на сарбхумам. And not that in this world I don't want to get control over this world. Я не хочу контролировать весь этот мир. Я не хочу стать царем Чакравати. Это не мое желание. Я не хочу стать богатым, либо получить йогические совершенства. Я чувствую боль, разлуки с тобой. Но на купристам, но топараместам, но сарбхумам, но расадипатьям, но йогу сиддира пунарбхамба, саманджа сухатва вирахаджа канхе. Я чувствую боль разлуки с тобой. Я не хочу ничего. И Вритраса он говорит о своем чувстве, которое мы должны помнить рождение за рождением всегда. Никто не может сказать так. Вритраса плачет и молится Верховному Господу. О Анантадев, о Санкаршан. Станнам ятават сутара кударта приям приям приево вишитам вишанна манаха ревиндакшаддидрикшатам. I want to see you. Я хочу видеть тебя, какое положение я нахожусь. Ты знаешь, подобно маленькой птице, которая только родилась. That bird depending upon mother. When mother can come and give some, you know. Полностью зависит от своей матери, когда эта мать придет и накормит ее. Это маленькая птичка, она еще не может летать, она только вылупилась из яйца. Вот прямо сейчас она только может плакать, сидеть в гнезде, и вы можете посмотреть на таких вылупившихся этих птиц, и они только могут звать свою мать, и все. И он сравнивает себя с такой птицей. Кага, значит, это только что вылупившийся птенчик. One, you know, cough,
is very angry to go run to mother to drink milk. Или подобно теленку, который только родился, он очень стремится напиться молока от своей матери, и таким образом я, подобно этому теленку, и когда этот теленок не может найти свою мать, какое чувство, что он чувствует. И Вритрасу говорит, еще пример приводится здесь. Например, если мужчина и женщина не очень любят друг друга, как из Махабхарата, но и Дамаянти из Махабхарата, они настолько любят друг друга, что они готовы, они не могут терпеть эту боль, разлуки. And in, you know, I can also speak Laila Majnun. Или еще пример такой есть. Это. Ah, loving each other. Or from England, I can see. Лайла и Мажну. Это мусульманская история или Ромео и Джульетта. So strong love. Они настолько любят друг друга, но Сила Прабхупад, он не уважает такую мирскую любовь. В этом материальном мире, может, с вашей точки зрения, эта любовь, она превосходна. Можно описывать ее в различных книгах. Да, у вас есть ваша свобода. Вы можете описывать ее, но вайшнава ненавидит такое. Почему? Почему? Проблема там. Вы не можете чувствовать. Они, some kind of, you know, personal interest. То есть там в этой любви есть какой-то. No question есть, of Krishna seva. Нету Кришна сева, зато maybe есть. Maybe Nolan Lamanti loving each other. We should not protest. Лично у них есть своя корысть в этой любви. У нас есть право возмущаться под руководством Шрилы Прабхупады. То есть если наша любовь, она не направлена к Кришне, она бесполезна. То, что вы, как бы вы ни доказывали чистоту вашей любви, но если она не направлена к Кришне, она бесполезна. И вот Вритрасу приводит такой пример. Тут человек, который, он находится далеко от своей возлюбленной. One big, you know, pandit. И один пандит. Topmost pandit in this material world. In this material world. Самый такой. His name is Kalidas. Kalidas самый, как сказать, уважаемый пандит. В этом мире он получил всю милость материальной Сарасвати. So he can write anything. Он мог написать все что угодно или сказать все что угодно. Диквиджай пандит. You heard about Диквиджай пандит? Слышали о нем? He came to fight with Chaitanya Mahaprabhu. Он пришел спорить с Чайтаньей Махапрабху. Он получил милость материальной Сарасвати. И вот этот Калидас своей Кума Самбаве. Он в своем произведении пишет. Kumar Sambhav, Meghdoot and Kumar. They are Yaksha. И там описывается, якши, you know, они были прокляты. Topmost authority that you can be separated from your wife. Что? Because you are, что ты будешь разделен со своей. Но поскольку ты служение Шиве. Go! Был I can explain you. Недостаточно внимательный, поэтому я тебя разлучаю с твоей женой в наказание. И вот они, якша, он всю ночь плачет, о, моя возлюбленная, где ты, я не могу видеть тебя. У меня нет возможности быть с тобой, что я могу сказать о моем чувстве, где, как, что я чувствую, ты не знаешь, моя возлюбленная, какое чувство разлуки я чувствую. И вот он такой философ.
вопросов и спрашивает у облака: «Облако, я хочу послать тебя в качестве посланника моей жене. Я скажу тебе нечто и отправь это ей. Я знаю, ты можешь сделать это для меня, и поэтому иди и скажи». И смотрите, Калидас о чем пишет. So when strong love is there, и вот когда у нас есть сильная любовь, P.B. Shelley kids, they are writing. If you go through, you can buy this kind of separation, everything there. P.B. Shelley kids, so nice from England, they are writing. And our in India Madhusudan Datta writing so nice English. Nobody can compare. Madhusudan Datta написал какую-то поэму. He was rejected. So much. Она была настолько прекрасна, но he left this society and go to England. He wanted to accept Christian Dharma. Оставил, как сказать, нашу, как сказать, shedding tears and, you know, нашу веру, отправился в Англию, хотел христианином стать, но поскольку идут его за человека, не читали там, но в итоге он разочаровался полностью, и в конце жизни он вернулся к вайшнавской вере. Он увидел, что так много сокровища в Барате, я оставил все, я просто глупец. И в конце своей жизни он хотел получить чарнамриту со стопрада Говинды, ну, видно, когда тело оставлял. И вот, подобно тому, как один человек разделен от своей возлюбленной, то то есть это, они чувствуют разлуку. Я хочу видеть тебя, я хочу получить общение с тобой. И последняя молитва Вритрасуры, она очень важна. Мама уттама срока жани шушаксам шамшара чакрабхаматаха сакарамабхи. Maybe according to my activities, возможно, из-за моих действий ты, я могу получить разные рождения, но благослови меня. If I'm traveling from this journey, to that journey, Явлюсь в каком-то теле, то благослови меня, чтобы я мог получать общение с твоими чистыми преданными. И Шрила Бхактивинода Тхакур говорит то же самое в своих киртанах. Вы должны слушать их и петь. Maybe, Prabhu, I can. О Господь, может быть, я рожусь как птица, либо как животное, стану собакой, либо лисой. Но Господь, может, я рожусь на небесах, может, на земле, либо в аду, но я молюсь Тебе, чтобы я мог общаться с Твоими чистыми преданными. I need your devotion. Мне нужна преданность, и мне нужно общение с твоими преданными. Такова моя просьба к тебе. Я плачу, я хочу. Я признаюсь тебе в своем желании. Можешь ли ты помочь мне? О, Господь. Atmojodar geshu asapta chitta sananat bhuya. And by your maya, hey Prabhu, please bless me so that your maya cannot put me in trouble. И еще просьба, чтобы твоя майя, она не беспокоила меня, чтобы я не чувствовал привязанности ни к чему материальному, к моей семье, богатству. И
почему? И я прошу такого благословения. Это мое тело, мои дети, моя жена, мое богатство. И Господь, благослови меня, чтобы я не чувствовал никакой привязанности ко всему этому. Поскольку если мы привязаны к материальному, это плохо для нас. И поэтому я прошу такого благословения. И следующая, 12 глава. In 12th chapter, Sukadeva Goswami speaking. Sukadeva Goswami говорит. Vritrasu took decision. Что Вритрасу он принял решение. To leave his body. Оставить свое тело. Why? Почему? He is going to fight with Indra. Он сражался с Индрой. He is now fighting with Indra. И why he like to leave his body? Почему он хочет оставить свое материальное тело? Why? What's the reason? Какова причина? And it is written. И описывается, Vritrasu thought it more important. Что Вритрасу думал, что более важно. Vritrasu thought it more important to leave body. Оставить тело and go back to и вернуться назад к Верховному Господу, чем стать победителем на поле боя. Это чувство было в его сердце таковое. И вот, когда он сражался, Индра иногда с помощью Вритрасура, он уронил свое оружие, и Вритрасура говорит, тебе стыдно, это поле боя, возьми свое астру и кинь в меня, почему ты уронил ее, почему ты боишься? Что тебе стыдно в этом? Это поле боя. Давай, бери свое оружие и нападай. Поскольку иногда ваджра, этот палец, она падала из его рук. То есть под влиянием силы Вритрасура он выронил свое оружие. Ему было стыдно, что, что ему стыдно было, что он просто от страха выронил свое оружие. И Вритрасура говорила, что тебе некогда стыдиться, бери свое оружие и продолжай, и кидай в меня. This Bajra is not going to be failed. Никакого другого оружия, кроме вот этой. You can come out successful because I know. Не может убить меня, поскольку я знаю, это особое оружие. Just made. Сделано. Вишвакарма из костей. Дадичи Муни. Actually now. И вот Вритрасу, он как говорит, но у меня нет времени все это объяснять. Если мы будем обсуждать Бхагаватам всю жизнь, но все равно я не удовлетворен. Поскольку каждое слово Бхагаватам можно объяснять, оно подобно нектару. Я недоволен, потому что не могу это все выразить должным образом. Сапала джасе мес сасанти вибасавасе дижа иво сича вадьясакало иво ихо каранам. 8, 12th chapter. Локаха сапала джасе ме сасанти вибасавасе whole world, infinity world. Is under the control of that Anantadeva. Весь мир находится под контролем Анантадева. Вы. You are not controller. You are not in charge. You are not Prabhu, but you think so. That is your main disease. Ты не повелитель мира. Ты думаешь о себе так, и это твоя болезнь. Кал, 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 время,
вечное время. Махакал. Это сам Кришна, он в образе вечного времени. Мы так видим Кришну, и каждую часть секунды наше время из нашей жизни уходит подобно потоку реки. И то время, которое вы потеряли, вы не можете его вернуть. То время, когда вы не слушали Харикатху должным образом, это время, его невозможно вернуть в нашу жизнь. Время, оно уходит навсегда. Однажды оно ушло. То оно ушло навсегда, его нельзя вернуть, и поэтому пытайтесь использовать каждую часть секунды. И это мое наставление, наставление Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура, что нужно использовать должным образом все время, что у нас есть. On time, you are bound to leave it. I know. Time can compel you to obey. Временем все происходит. Если у нас есть какое-то ложное эго, то оно также пройдет под влиянием времени. Yatha dharmai nari yatha patramayo migo evam bhutani magavan isho tantrani vidhi bho. Hey Indra, try to know. One lady made of wooden, you know, женщине, in, you know, different, you know, garment shop. One nice lady. А ну подобно манекену. Nice. Сказать, you know, женщине сделано из дерева. If you wear this, wear this garment, you can. То есть с помощью этого манекена пытаются продать свои одежды. Продать свою одежду, но Махапрабху говорит, не смотрите на этих манекенов. Если читание Махапрабху говорит, не смотрите ни на каких женщин, даже на деревянных. Что это значит? Я дальше объясню. Не значит, что я на вас смотреть не могу. То есть нельзя смотреть с ним с чувством наслаждения. Иначе мы не можем никуда идти, ни с кем не говорить, не общаться. Это сиддханта не в том. Вы должны быть достаточно могущественны. Вы не должны чувствовать влияние от кого-то. Может, вы находитесь на Западе, как Свами Махарадж или Госвами Махарадж, Бонгасвами Махарадж, они были на Западе, говорили Харикатху тысячам преданных, много людей, женщин также приходили, спрашивали вопросы, что в этом. И, как подобно тому, как олень, сделанный из сухих этих листьев, ну так делают этих чучел оленей, которые очень похожи на настоящих оленей. О, Индра, и пытайся понять, что весь мир он находится под контролем Верховного Господа, а ты никто. Кто ты? И после того, как он услышал Бхагавад-катху, да, это Бхагавад-катха, на поле боя Индра, он отрубил левую руку в ритрасаре. И потом он правую отрубил, и Вритрасу он потерял обе руки. Но все же Вритрасу говорил Бхагавад-катху. Индра, он сошел с ума, как это возможно, я отрубил ему обе руки. Так он так сильно ранен, но все же говорит о своем чувстве. Он говорит Бхагавад-катху, Харикатху.
И Индра, он начал говорить: «О, демон, как ты можешь так говорить? Ты на самом деле не демон, ты великая личность Махапуруш, ты возвышенная душа, великая личность». И Индра начал говорить. Что такое умонастроение, такое привязанность, такая любовь к Верховному Господу, я удивлен. Ахо данава сиддхаси, ясо те матиридриси, бхактаха сарватманатманам сухидам Ягадишвара. И вот это Джагадишва. Ты развил такую любовь, такую привязанность к Верховному Господу. Ты достиг совершенства. Ты великая духовная личность. И как это возможно, что ты в теле демона? Ахо данава сиддхаси, ясо те матиридриси, вахтаха сарватманатманам сухидам Джагадишвара. Бхавана аторсид майям бой вайшнавим джанамохиням. Но я обнаружил, что ты пересек океан, материальный океан майя. Индра говорит, ты уже, и это практически невозможно. В Гите говорится, Бхагаван Шри Кришна говорит: никто не может пересечь мой океан майя. Тот майя, она настолько сильная, что никто не может пересечь ее. Но кто? Тот, кто может принять прибежище лотосных стоп преданного, преданного не пишется, говорится, меня, но вы забыли, что непосредственно прямо мы не можем принять прибежище у Кришны. Вы должны принять прибежище не косвенно, через Гуру и Вайшнавов. И хотя Кришна говорит, что нужно принять прибежище у меня, что, чтобы преодолеть эту великую майю, что, ну, только тот, кто может принять прибежище у моих лотосных стоп через Гуру и Вайшнавов, то он может пересечь этот океан. И вот Вритрасу говорит, смотрите, Индра продолжает говорить: «О, демон Асур, что те, кто демоны, у них есть такое демоническое чувство, но ты оставил все это. И смотри, ты хочешь обрести только Верховного Господа. Я вижу, что ты Махапуруш, великая личность. Что, я вижу, что ты Махапуруш. Асур Бхав, гон. Что у тебя нету никакого настроения асура. И вот Вритрасу, он лежит с открытым ртом, и все полубоги разбежались. Now yesterday I was so, you know, feeling so nice that I wanted to describe one thing after, but I describe together. I make mistake. This mistake? Вчера я. Out of love. Вчера я. One nice mistake I have done. Nice. What is that? Actually, like Maitreya Muni, he is supposed to speak. Вчера я сказал. Вот о том, о последствии убийства Вритрасу раньше.
как Майтри, он говорил о варахе, сразу об обоих варахах он говорил. Я тоже собирался рассказывать по отдельности, но вместе получилось, что после того, как Индра убил Брахмана, Вишварупа, то есть во время яги он отрубил три головы Вишварупы, то это первое последствие этого греха, оно хотело напасть на него, и Риши Муни они решили, что этот грех первого убийства Брахмана можно разделить на четыре части: на землю, на деревья, на воду и на женщин. And bhumi, bhumi means earth, four shares. This way, first Brahmahatta pap was clear. Первое, то есть он избавился от этого последствия этого греха. А второй раз, когда он убил Вритрасу, вот сейчас, когда Индра он кинул свою ваджру, чтобы отрубить ему голову. И в Пуранах говорится, это заняло целый год, чтобы отрубить ему голову, но он был очень большой. И на берегу Нармады. Я был там лет 35 назад, давно очень. From Amarkantak, when Narmada come, a very holy river. At the bank of Narmada river, that kind of fighting took place. На берегу этой реки было сражение. So finally, Индра кинул свою ваджру. Missile, and that going to cut the whole from. Отрубила голову. It took long time to cut. Вритрасу, но это было очень долго. Now the whole world dancing. И вот весь мир он начал ликовать, что Индра, ты стал успешен. Мы сейчас освобождены от всех проблем. Вритрасу, великий демон. Но Индре было неудобно. Он испугался. Почему? И Шукадев Госвами говорит. Бритте хате трайо лока бина сакрена врида. Сапалахи Абхаван Садьо Биджара Нибриттендрия. Трайдоса, 13 Одхай. First slok. Sukadev Goswami is speaking. Sukadev Goswami говорит, что все три мира сварга, вот все три мира, они были очень довольны, что Вритрасу убит, но Индра, ему было очень неудобно. Почему? И Парикшит Махарадж спрашивает, о Гурудев, все счастливы в честь смерти Вритрасура, но Индра, ему было очень неудобно. Почему? Поскольку Индра, первый грех убийства Брахмана, он пришел к нему. Вишварупа бхавам бададбхавам вибхактам анугриннадхир бриттихатьям ква марьямиахам стри бху друмо джалай рено вишварупа бададбхавам. И вот когда убил Вишварупа, это Брахмахатья, она пришла ко мне, и пришел этот грех убийства Брахмана, я как-то разделил его и освободился от его влияния. Сейчас что делать? Кто меня спасет? И сейчас Индра, он пошел в Манасарова. Я вчера об этом говорил чуть-чуть раньше. Я был поглощен Бхагаватами, раньше сказал, нужно было после сказать, но до сказал. И вот он пошел в Манасарова, чтобы принять прибежище в воде, в стебле лотоса этого Манасарова. И вот Риши Муни, они были очень
They are searching where Indra go. Они искали, куда же этот Индра ушел. И в итоге они нашли, что он там в Манасаровари, в стебле лотоса. О, Индра, возвращайся, не вернусь. Если я вернусь, выйду из этого стебля лотоса, то это грех убийства брахмана. Он ждет меня. И что делать? Как избавиться от этого греха? И решили мне сказать, хорошо, не проблема. Проведем ашвамед ягью в твою честь. И мы освободим тебя от последствий этого греха. Возвращайся. И вот после ашвамед ягья, так или иначе, Индра был освобожден от этого греха. И таким образом Индра освободился и поскольку Вритрасу он был из брахманской семьи, и также можно сказать, как демоном он был. Но я сказал, если наше сердце чисто, то внешне демон мы или не демон, какая разница, поскольку бхакти, оно находится с нашей душой. Бхакти – это естественная склонность нашей души. Я уже много раз говорил об этом. Бхакти – это естественная деятельность вашей души. И внешне он демоном был, но это не проблема. Бхакти везде может быть, и после этого что случилось? Парикшит Махарадж спрашивал, о Гурудев, он великий преданный, как он развил такое, а откуда он получил демоническое тело, как он вообще стал демоном, поскольку его речь, его чувства, можно видеть, что он великий преданный. И тогда Шукадев Госвами говорил, о царь, это долгая история, что очень давно. Вы хотите, ты хочешь слушать об этом? Да, рассказываю. Мне интересно, Вритрасу, он великий преданный. И вот давно был царь, который контролировал весь мир. Он повелевал всем миром. Его имя Читракету. У него было так много жен. Но он был очень неудачлив, поскольку не было никаких детей, несмотря на много жен. Господь, как это возможно? Так много жен и нет детей. Но проблема была с Читракету. Потому что он не мог иметь детей. И ему было очень, он сожалел, что он очень богат, очень могуществен, но не было детей. И что же делать? День и ночь он размышлял. Однажды один риши, Ангира, он пришел к нему во дворец. Но туда, где он сидел на троне, он встал и выразил свое почтение. О, Ангира, ты пришел, благословить меня. Да, как ты поживаешь? О, царь. Как ты поживаешь? И Читракету говорит, ты знаешь все, что еще сказать. Я очень несчастлив. Почему? Ты так богат. Я знаю. Но у меня нет детей. Я отправлюсь в ад. Поскольку те, у кого нет детей, кто может предлагать им пинду и воду после их смерти? В Варнашрама Дхарме в Индии такая система, если у вас нет детей, особенно мальчиков, это проблема, кто же будет совершать шрадху после вашей смерти. В других странах никто не парится насчет этого. Индия – это карма-кшетра.
И Читракету он плакал: «О, Риши, я очень неудачлив, что у меня нет детей, я могу попасть в ад из-за этого, кто спасет меня?» Можешь ли ты дать решение этой проблемы? Да, я попытаюсь. И он организовал ягью. Я могу совершить ягью. Путреш, ну, ягья для обретения сына какая-то. И в этом огненном жертвоприношении они... После яги какое-то аюрведическое лекарство получилось. And asking, "Oh, king, now you can do one thing." Говорит, о царь. You can offer it to your first wife. Ты можешь предложить это своей первой жене Критадути, и она скоро забеременеет. She can give birth. Она даст рождение ребенку. Now, actually, really so. After some day. И Критадути, первая жена, главная царица, она родила ребенка, прекрасного мальчика. И царь был очень счастлив, что сегодня я очень удачлив. У меня есть сын, но он был также неудачлив, поскольку он не понял, что Ангира Риши, когда ушел, он сказал: «О, царь, ты получишь сына, который даст тебе счастье и несчастье». То ты можешь получить от него как радость, так и сожаление. Эти два чувства. In Sanskrit, it is saying you are going to get a boy. How? You can laugh and cry. Ты будешь радоваться и плакать одновременно от этого ребенка. You can cry and laugh. Он станет причиной радости и страданий. But the king couldn't realize this secret point. Но царь не мог понять этого. He blessed me. I can get one nice boy. It's okay. Он благословил меня получить сына. Хорошо, думать больше не нужно. И вот он, Парикшит Махарадж, говорит. Муктанам опишидьянам нараяна параяна судур лаба пасанти атма кути шупи махамуне хэ. 14 chapter, 5 slokas. You can find thousands of bhakti, you know, personality, those who are mukta, just free from material torture. То есть можно найти тысячи мукт, те, кто освобождены от влияние материи. И среди мукт, те, кто достигли совершенной, а те, среди них, те, у кого есть преданность к Нараяне, они очень редки. Out of that, it's very rare that you can get a nice devotee. И вот среди миллионов освобожденных душ, таких как Вритрасу, единицы. И как это возможно, что Вритрасу, он демон, и, но он настолько предан, такие высокие чувства в его сердце, он бесстрашен. Tattva, I want to know how is that possible. Он говорит о Бхагават-татве, и как это возможно, я хочу знать. И вот это чуть-чуть раньше вопрос был Парикшит Махараджа. И вот потом начали рассказывать историю Читракету,
после того, как у него наконец-то родился ребенок, то у него было много жен, а все остальные жены, они плакали, они жалели, что до этого царь их любил, а сейчас у первого родился ребенок, и он всегда занят с ней. Keep always giving, you know, interested to stay with her. То есть он обделил вниманием своих остальных жен, не просто обделил внимание, а, как сказать, открыто игнорировал, поскольку он всегда был занят первой женой, поскольку только она родила ребенка ему, и они думали, что делать, но решили убить ребенка, дать ему яд. И такая моя иллюзия. И вот они решили убить этого ребенка с молоком. И вот они приготовили яд, положили его в молоко, и служанка накормила, что делать. И этот мальчик умер. И эта служанка пошла. Будите вы говорить, о мальчик, вставай, твои друзья ждут тебя, но нет ответа, и после этого служанка была в недоумении, что случилось, и она увидела, что он мертв, и начала кричать, и Критадути пришла, и царь пришел. И царь Читакету, он прибежал туда и упал без чувств. И мой сын умер, и начал плакать. Он великий царь, он повелитель всего мира. О, сын, ты ушел, я не могу больше жить без тебя. Ты был моей душой, моей жизнью. И такие чувства. Он сидел. Он говорил, что я не хочу больше поддерживать свое тело. И все начали плакать, а другие жены, они тоже, ну, они тоже начали делать вид, что плачут. И после этого все, ситуация вышла из-под контроля, и Агнира, Риши и Нарада, они в какой-то пришли к нему в скрытой форме, к царю, и говорят: «О, царь, почему же ты плачешь?» Он не мог ответить: «О, царь, чего же ты плачешь? Что случилось?» Он сказал, что мой сын умер. Он не мог даже говорить, кто твой сын. Что вот он лежит мертвый, он. И таким образом Агнира, Риши и Нарада не хотели сказать, дать много татвагьяны этому царю. Сказали: «Царь, в каждом жизни мы рождаемся заново. Мы, у нас есть временные отношения к отцом, матерью, нашими детьми, женами. Ты думаешь, что это вечно? И чего ж ты плачешь? Остановись, не плачь. Не плачь больше». И после этого, как бы они, чтобы они не говорили, этого было мало для Читакету, он все равно плакал. И Нарада и Агнира Риши, они позвали эту душу. И они прикоснулись к этому мертвому телу и сказали: «О, Дживатма! О, мальчик, вставай давай! Чего ж ты ушел это? Зачем ты оставил это прекрасное тело? Ты сын царя, так много возможностей у тебя, зачем ты ушел?» И вот Дживатма, когда вернулась в тело на какое-то время, начала говорить: «Кто отец? Кто мать?
Все мои связи, они, все мои родственники ушли, это все временно. И сейчас я вынужден родиться в другом теле. Как Читракету услышал это, что какой-то мертвый мальчик, он ожил. Как, кто отец, кто моя мать, кто царь. И все мои связи кончились в этом мире, я вынужден уйти. И после этого Дживатма опять ушла. И Читракету перестал плакать, он прикоснулся к лотосным стопам этих незнакомцев, это Ангира и Риши Нарада. Они спросили, кто вы? Говорите, я думаю, вы Риши Таттвагьяни, я думаю, вы пришли ко мне, чтобы помочь мне. И тогда Ангира Риши. И Нарада не начинает говорить, слушай нас. Что я тот Ангира Риши, который пришел, чтобы дать тебе лекарство для того, чтобы обрести сына. Ты помнишь меня? Я совершал ягью, из этой яги лекарство я дал тебе и также сказал, что ты получишь такого сына, ради которого из-за которого ты будешь радоваться и сожалеть. Но ты забыл об этом. Что правда? И он Брахма Риши, Деварис точнее, Нарада. Он сын Брахмы. Что правда, да, я настолько удачлив, и он прекратил плакать и сказал, благослови меня, чтобы я избавился от этой проблемы. Например, тысячу лет какая-то комната, она темна. В каком-то лесу, например, какой-то дом пустой, может, он тысячу лет стоит во тьме. Но когда вы с огнем, со свечой даже или с факелом, чтобы увидеть, осветить его, нужно всего лишь часть секунды. Может быть, тысячу лет он был во тьме, но только тогда, когда вы приходите со светом, свет он сразу освещает все. Да, практически мгновенно, за доли секунды, вы можете видеть все, как оно есть. И гьяна, также, когда вы развиваете знания в своем сердце, вы забудете, что вы женщина, мужчина из одной стороны, другой тут, пятый, десятый, вы осознаете, что вы только слуга Гуру Вайшнавов, и нет у вас никаких других отождествлений. И Нарада благословил его. О, Читракету, я дам тебе мантру. Если ты сможешь повторять эту мантру с ним непрерывно, то тогда ты станешь успешен. Naraji Maharaj giving one nice mantra. И вот Нарада дал ему мантру. Whom? To Читракету. Читракету. What mantra? И какая же это мантра? It is actually 16th chapter. И в 16 главе. 18th slok. 8 слог. 18 слог. Om namo stubhyam bhagavate vasudevaya dhimahi pradyumnaya niruddhayo namo sankarsanaya cha namo vijnanamatrayo paramananda murtaye atmaramayo santayo nivritto dvaito drishtaye Om Namo, oh Bhaji, yeah, it is written. Om Namo Stubhyam Bhagavate Vasudevaya Dhimahi
Pradunayana Ruddhaya Namo Sankarsanayate. This way, Narada Maharaj giving mantra. Таким образом, Нарада дает такую мантру. Атхо тасмай прапаннайо бхактайо прайотатмане Бхагаван Нарада прито виддам этам увачаха. This is vidya, fine technology. Это видья, это такая тонкая техника, подобно тому, как Дурваса дал мантру Кунти Деви. И с помощью этой мантры, если позвать какого-то полубога, он вынужден прийти, помните? И такая же мантра здесь. Нарада, данная еще одна. Намостобьям Бхагавати Васудевая Дхимахи Прадуннайо Нуруддхайо Намо Сангарсанайо Ча Намо Вигьянаматрайо Парамананда Муртайе Атма Рамаю Сантаю Нибритто Дхито Дриштвае Атма Нандьяну Бхутайво Насто Шактиур Майи Намаха Ришики Сайо Махате Намасте Ананта Муртайе. This is a nice mantra. You go on chanting this mantra day and night for 7 nights. 7 дней ночи, и ты станешь успешен. И после этого так и случилось. Он повторил эту мантру 7 дней ночи без сна. Ом намо Бхагавате Махапурушайо Маханубхавайо Махабибути Патайи Сакала Саттато Парибрита Никаро Никаро Каро Камало Кунтало По Лалито Чаранар Винда Югало Парам Парамешчина Намасте 25 строк. This way actually, after that he meets with Ananta Deva. И таким образом, потом он встретился с Ананта Девом, достиг Ананта Дева Санкаршана. И после, по милости Санкаршана, он был рожден как Гандхарва, как Видьядар. Видьядар, Гандхарва, они живут на высоких планетах. И этот Видьядар, он не просто Видьядар, а был царем всех Видьядаров. Татохо сапто ратранте виддая дхарджаманая видьядхарадхи патянча левхе апратихатам нипо. He got tremendous power. Nobody can stop. Обрел огромную силу. But after 7 nights, но когда через то, как он повторил эту мантру 7 дней и ночей, Vidya dharjamanaya, that mantra vidya. Это мантра видья, which he got from Narada. Которую он обрел от Нарада. Он повторял 7 дней и ночей. Vidya dharadi patan chale bhi apatihatam nipo. He Парикшит Махарадж. И он Парикшит Махарадж. И вот он так обрел силу. Он стал царем всех видя этих. Раньше он был царем на всей земле, но он возвысился и стал царем на той высокой планете. И если Читракету хочет пойти в Алокапури, в Гималайи, он может за секунду добраться туда, поскольку он в любую часть Вселенной он может за секунду добраться. Мрилала Гаурам Сити Васасам Спурат Кирито Кейуро Коти Мане Котитро Канканам Прасанна Бхактяр Нулочанам Бритам Дадарша Шиддесвара Мандалай Прабху. He could see that. И вот он мог видеть того Ананта Дева Санкаршана. Мрилала Гаурам Сити Васам Спурат Кирито Кейуро Коти Котитро Канканам Ар Прасанна Бхактар Рунолочанам Бритам Дадарша Сиддхисвара Мандалай Прабху. All Сиддхио Гандарва, they are all now doing Сава, Ум Намо Бхагават. This way. He meet successful, very nice. И вот так он достиг успеха. Now, actually, и сейчас right, это правильно.
А кто Вритрасу? И вот сейчас ответ. Кто такой Вритрасу, но как он стал демоном? Это не прояснено еще. И говорится, что когда он стал лидером Гандхаров, он, поскольку он повелитель всех этих их планет, по милости Санкаршана на своем Вимане, он путешествовал по разным местам. И однажды, когда он куда-то летел, он увидел в Алокапуре, в Гималаях, Шанкар Бхагаван, Джагадгуру, он сидит, и его жена сидит на одной его ноге, и он обнял ее и сидит, посадив жену к себе на одну ногу, и он рассказывает о татва-гьяне всем риши, и тем временем Читракету мимо пролетал. И сказал, подождите, что там случилось? Он Джагадгуру, он тапасви. А как он себя ведет, сидит с женой в обнимку еще. Хотя все обычные люди, они со своими женами как в открытую не обнимаются, и что люди могут подумать о нем, это плохо. И таким образом он это высказал, Шанкар Бхагаван посмеялся, ничего не подумал, а Парвати она разгневалась, ты вообще кто тут? Можешь сделать замечание моему господину? И Брахма, великие риши, они не могут найти никаких недостатков в моем муже Шанкаре, а ты единственный, кто мог сделать это. Ты глупец, я проклинаю тебя. Ты явишься из чрева демонов, ты станешь демоном. И Читракету сказал, ну подождите. И из этого Вимана он, когда вышел, пришел к этой женщине, о Матаджи, не гневайся на меня. Я вынужден сказать так, но не из-за того, что я не любил тебя или твоего мужа. Да, ты проклинаешь меня, я приму это проклятие, я не обеспокоен этим. Я приму твое проклятие. И что за проклятие ты хочешь дать мне? И вот он принял это проклятие, поклонился Шанкару Парвати и улетел. И Шанкар Бхагаван начал говорить Парвати: «О Деви, смотри, насколько могущественен Вайшнав. Он слуга Анантадева, и я тоже получил милость Анантадева, а почему ты разгневалась и прокляла его?» Ты смотри, какова слава Вайшнава, он может тебя также проклясть в ответ. Но у него есть сила проклять тебя, но никак не проклял. Он, это слава Вайшнавов, если будете говорить всякую ересь о Вайшнавах. This is the qualities all infinity. Это качество, бесконечное качество Вайшнавов. Что ты проклял? Ты прокляла его, чтобы он родился демоном. Anyway. И так или иначе. Читракету он снизошел со своего Вимана, поклонился ей, о Парвати мать. How? Bhajan Sukhdev Goswami speaking. Evam sapto Chitraketu Vimanat avarujjasa prasadaya maso sating murdhvap namre na Bharata. Bharata means?
Бхагавата значит, Бхагавата не значит Индия. Иногда для Арджуны и Кришна, они много раз, много говорят названия. Много всяких титулов. Hey Arjun, Ho Kunteya, so many names. Bharata means Bharat Vamsha. Bharata значит Bharat Vamsha, поэтому это место называется Bharata. O Parikshit Maharaj. You see the glory, you know? Смотри, какая слава. Evam Sapta. Evam Sapta means Sapta means? Sapta means cursed. И таким образом эти слова значит, что он таким образом был проклят Деви. Evam sapta chitro ketu vimanat avarujyo coming out of plane Viman. И вот он снизошел со своего Вимана, предложил поклоны этой Деви. And prasadayam asusutin murdhyan namre navarata. He Bharat Vamshiyo. И сказал о. He Parikshit. This way. Ну, это, и, таким образом Читракету не чувствовал никакого неудовлетворения, он со смирением выразил почтение жене Шиве, и, хотя Деви прокляла его, он никак не беспокоился насчет этого. Вот этими словами она прокляла его, что не значит. Ты слабая личность, уходи отсюда и родись асуром, демоном. Что ты не смог бы опять совершить это оскорбление. Я наказываю тебя. Jatiho bhuyo mahatam na karta putro kalvisham. This actually he was cursed. И таким образом он был проклят и пал, как родился в форме демона Вритрасура. Aha, you see this way. Now Girish. Shankar Bhagavan speaking. И вот Гириш Шанкар Бхагаван говорит. О Деви. О Деви. Now you see the glories of Vaishnava. Ты смотри на славу Вайшнава. Рудровача Шанкар Бхагаван speaking. И вот Шанкар Бхагаван говорит. Дриштовати аси. Have you seen the glories of Vaishnava? Дриштовати аси. Видела ли ты славу Вайшнава? Бхута кармана махатьям. Бритто вритьянам сприханам нисприханам махатманам. 27 sloka, 17th chapter. Hey Devi, drishtavati asi, susroni, hare radbhut karmanah, mahatvam vritto vrittvanam, nisprihanam, mahatvanam. So you see the glories, they are big man. О Деви, это Сиддханта. О Деви, такого Сиддханта, что те, кто настоящий вайшнава, великий саду, они ничего не боятся, любые проклятия, которые на них идут, они не боятся их. Нараяно пара сарвена кутасчедеви бьяти саргап баргнаркео шопи тулло даршина. Шанкар Бхагаван говорит, о Деви, Нараяна Параха Сарвена Кутасчит Бибхати. Те, кто любит Нараяну, Верховного Господа, они не боятся ничего. В любой ситуации, как бы ни находились, они находят ее благоприятной. Они не боятся ничего. Может, они возвышаются до рая или падают в ад. If you send them into hell, still in hell, то все же даже в аду они находятся как в раю. Они не чувствуют влияния ада. That hell is not hell where always sankirtan going on. Если в аду происходит санкиртан, это уже не ад совершенно. What is it? Что такое ад?
Если мы отправимся на небеса, то есть там одна политика и харикатхи нет, то это подобно аду. Я уже говорил об этом вчера. It is not your duty. Что это не наша обязанность находиться там, служить на небесах, но что толку с этими небесами? Нам нужна санкиртана. Харе Кришна. Мы должны воспевать святые имена. It is now Vaikuntha. Это Вайкунт становится Вайкунтха. Это место. Навадвипа. Место Шри Чайтанья Махапрабху. You cannot see, you are blind. А мы слепы, мы не можем видеть. И вот смотрите. Нараяно параха сарвейна кудасчид видьяти саргап саргап барго нарукешо питалло даршина. This way you see. They are actually bound to fall down. Now actually they are going to actually this topic is now just over. Now actually we are going to hear so many you know Kashyap Vamshadhar, Hiranyakasipu and they are actually so many you know so many. I mean. Heretical factor. They are coming. One by one, one by one, one by one. This way, one day when Diti feeling disturbed, И вот однажды Дити, она чувствовала беспокойство, поскольку Адити Нандан, те полубоги, они наслаждались на небесах. Whereas Diti is feeling sorry, Diti feeling sorry because nothing there. No, Diti, она была обеспокоена. I need to get a special children. I mean, special boy. Она думала, что мне нужно. Who can kill Indra? Мне нужен ребенок, который мог бы убить Индру. Come on. Diti is the stepmother of Indra. Diti это мачеха Индры. A stepmother. Ну, у них один the отец, но разные матери. И вот это дети. Она просит мужа Кашьяпа. О, муж. О, с вами. Я хочу родить такого ребенка, который мог бы убить Индру. И Кашьяпа подумал, что с тобой? Это ж ты мачеха его, зачем ты хочешь его убить? Это настолько жестоко. И Кашьяпа не мог с ней спорить. Ну, хорошо, я скажу тебе, как обрести силу, с помощью которой ты можешь дать рождение такому ребенку. И что это? Ты должна следовать обетам, правилам и предписаниям, и как долго, в течение года. Целый год, да. Целый год ты должна следовать вот этим правилам и предписаниям. So many rules and regulations. Их много достаточно. So many rules and regulations speaking. You cannot break this. Evening time you cannot speak and you cannot sit. You know, go outside with all your ears open. You cannot become naked any time. No. Very careful. В общем, много разных правил и предписаний. Он говорил, что не спорить ни с кем. Не видеть врагов и прочее. И вечером есть нельзя. И после того, как омыли, много правил разных по чистоте и прочего. Махараш их так очень кратко объясняет, что нельзя спать во время захода. И если одному правилу хотя бы не следует, то все нарушилось. Надо всему и сразу следовать. И вот. You can start. I advise you this.
Now for 1 year, и вот в течение года дети, она следовала врати обету. И она, чей ум не сатвичен, она совершала ошибку. Будьте внимательны. Тот, кто не сатвик, не находится в сатвагуне, он вынужден совершать ошибку, поскольку она мать асуров, она мать демонов. Как она может чистоту поддерживать? Несомненно, она совершит ошибки. И Кашьяпа очень разумен. Кашьяпа думал, если я могу сказать ей, зачем ты хочешь такого ребенка, кто убьет Индру? Если я скажу так, она будет спорить со мной, а лучше, если я скажу, что дам такой путь, с помощью которого она не сможет ничего сделать. То есть я дам столько правил предписаний, что она вынуждена будет что-то нарушить. И вот Кашьяпа сказал, нужно вот таким обетом следовать. То есть Кашьяпа был уверен, что она не сможет все это поддерживать, будет ошибки совершать, и таким образом врата, обет не соблюдется. И вот так или иначе Индра узнал, что моя мачеха приняла такой обет, чтобы дать рождение такому ребенку, который убьет меня. Индра был очень умен, он тоже политик, еще тот политик, и он решил, хорошо, подожду, что случится. И он пришел к Дити и сказал: Дити, ты следуешь таким правилам и предписаниям, ты твое здоровье может нарушиться, давай я тебе помогу, давай воды налью, цветов принесу для твоего поклонения, какие-то дрова там и прочее, я тебе помогу, как могу, поэтому не отказывайся. Ну хорошо, давай. Но мотив Индры был, чтобы найти какую-то ошибку. That time I can get the opportunity to go inside the womb of mother and cut and finish. Ну, папа, когда она что-то там не следовала, я могу убить ребенка в то время. И вот Индра был очень так умен, он ждал, что я для тебя то все могу сделать. Tomorrow again coming on in time, 4 o'clock, helping him water. В общем, каждый день он с 4 утра к ней приходил, все, заботился о ней, что ты уже, как сказать, уже стара, уже слабо тебе все делать, двое помогу, 5-10. И Индра смотрит, она однажды уснула вечером, когда запрещено спать. И Индра, он в тонкой форме, он вошел в ее чрево и разрубил этого мальчика на 7 частей. И после этого они начали плакать. Он потом каждую часть на 7 частей опять разрубил. Понимаете? Вот это был один ребенок, он его на 7 частей разрубил, потом каждую часть еще на 7 частей. И 49 частей получилось. И они начали плакать, что мы твои братья, зачем ты убиваешь нас, да, вы братья, да, мы безвредны для тебя. И таким образом, эта дитя, она родила 49 мальчиков, маруты. They actually brother of whom? Они братья Индры. They promise. Они пообещали. Они отправились на небеса. Мать думала, что они будут сражаться с Индрой, убьют его, но они стали полубогами, родились и
Они больше с Индрой отправились на небеса, а Индра, их мать, дети осталась носом. И таким образом, Индра обманул в итоге. И вот таким образом, шестая песня закончилась, сейчас седьмая часть. Джай, о славе Прохлады Махараджа, джай. И вот мать, дети, и Hiranyako, they are crying day and night. Because Хираньякша был убит. Хотя он демон, они тоже иногда цитируют Писание. Это смешно, но так или есть. В одной книге я даже написал Чилакеша Госвами Махарадж, тоже говорил, что демоны, они тоже могут цитировать Писание. И что из этого? Те асуры, они могут тоже изучать Веды, Веданту и... В Ведах, например, в Гите также, смотрите, говорится о безличном Брахмане, то есть эти демоны, они могут тоже изучать Писание, чтобы доказать правоту своих действий. Что вот часто говорится так, что же спорите. Поэтому асуры, они иногда совершают аскезы, но что толку от этого? Махапрабху говорит, что те асуры, они тоже совершают баджан, совершают аскезы, но результат какой от этого? Никакого. И Махапрабху говорит, что-то не читают, что те демоны, они тоже совершают аскезы, что толку? Хираньякашипу совершал аскезу, Викасур тоже. Раван совершал аскезу Кумбхакарна. Но какой конечный результат этой тапаси? Можете ли вы сказать? Бесполезно все. И вот Хираньякашипу, он пришел, чтобы утешить свою мать. О, жена моего брата, brother, don't cry. Не плачь. Life is most unstable. Жизнь нестабильна в любой момент. Мы можем умереть. Ты не должен плакать об этом. Не должен сожалеть. Ты асур. Он асуре давал такие советы. After that speaking, и после этого говорит. Хираньякашипу говорит, о мать, я хочу привести пример из Писания, что давным-давно был один царь, Ушина Раджа. Он был великим царем, и на поле боя он сражался со своим противником, и как-то был убит своим противником. И все его жены, все царевны, они узнали, что наш муж, он умер. Они все пришли на поле боя и начали плакать. О, муж, о, наша жизнь. Как мы можем жить без тебя? И Хираньякашипу цитирует. Хираньякашипу дает этот пример, чтобы утешить свою мать и жену брата и их детей. И, о мать, ты знаешь, что случилось там? Что те царевны, они пришли и начали плакать день и ночь, не оставляли его тела.
О, наш Господь, Ты ушел, как мы можем жить дальше без Тебя? И тем временем Ямарадж снизошел туда в форме маленького мальчика. И сказал, о, царевны, почему же плачете, вы что не видишь, наш царь, наш муж ушел? Что, правда? Кто ушел? Царь ушел, наш муж, да? Я чуть не вижу его, смотри, тело какое-то лежит тут. Тело ваше муж? Что вы хотите сказать? Если вы думаете, что тело, это ваш муж, вот ваше тело, забирайте, идите. Нет, душа ушла из его тела. Ну, тогда проще, атма – это ваша душа. И вы плачете из-за этой души, Матаджи, вы видели ли эту атму раньше? Нет, вы только тело видели, да, правда, мы только тело видели. Души мы никогда не видели, которая пребывала в теле вашего мужа. Ну и тогда чего вы плачете? Что вы не видели, не слышали, а зачем плачете об этом? И они осознали постепенно, что к чему, и вдохновились и ушли. И таким образом Хиранья-Кашипу говорит своей матери такой пример. О, мать, жизнь, она нестабильная, в любой момент я или ты можем умереть. Хотя он сам как бы это не осознает, зачем же он хочет отомстить Вишну, если он это осознает, он настолько глуп. Хотя говорит такую возвышенную татву, асуры, они могут говорить Харикатху, Бхагаваткатху, но нет у них осознания. У них, они говорят только о деньгах, о положении, о уважении и в обществе, и все. И вот Хиранья-Кашипу говорит. Hey, Mataji, oh my mother, hear me, listen to me. Слушай меня. Yavad lingna nitohi atma, as and when, so long, your atma is staying together with your fine body. Находится вместе с твоим тонким телом. Ultimately, through your bhajan, you will have to crush. Ваш баджан, вы должны. Ultimately, through your bhajan, you will have to crush that. Вы должны разрушить это тонкое тело. Это тонкое тело, и с помощью баджаны его нужно уничтожить. И в киртане говорится вот в этих строках, Шрила Бхактивинода Тхакура пишет, вы должны совершать баджан таким образом, чтобы ваше избавиться от этого тонкого тела, поскольку это тонкое тело, Каран Шарир, оно ответственно за то, что оно с нас с одного рождения в другое переносит. Чтобы больше не раздаться, видимо, нужно избавиться от этого тела. И вот то же самое говорит Хиранья-Кашипу, о мать. До тех пор, пока дживатма она путешествует по этим мирам. В этом тонком теле, если тонкое тело не разрушено, до тех пор вы вынуждены рождаться и умирать, снова и снова. И, о мать, что же делать? До тех пор ты вынуждена страдать, и поэтому, может быть, поэтому мой младший брат Хираньякша, он страдает. И до тех пор Майя будет следовать за вами, она вас не оставит, Майя не оставит вас до тех пор. Пока вы, ваше тело, оно не разрушилось. Вы не уничтожили его с помощью баджана. И вот другой пример он приводит. Однажды один охотник выставил свою сеть и ждал, когда птицы и животные попадут в его сети, чтобы поймать их.
И однажды он так поставил свою сеть, и птица, какая-то птица, она смотрит, какая еда там, можно пойти съесть. И это птица, она пошла, чтобы взять это еды. То есть было одна самка и самец. И вот эта самка, она полетела, чтобы взять эту еду, а этот ее муж, птица, она начала плакать. И что делать? Как я могу поддерживать детей без моей жены? Лучше я тоже умру. И вместе с детьми они все опять прыгнули в сети, все были пойманы этим охотником. И таким образом, под влиянием Майи, все находятся в проблемах, никто не может осознать свою сварупу. И настоящее значение этой жизни никто не может обнаружить, их настоящие обязанности, наш настоящий долг. Что же делать? И после этого, так или иначе, они утешились словами Хираньякашипу. И Хираньякашипу, он... Демоны тоже иногда говорят харикатху, но их осознание не видно. Можно видеть во Вриндаване и в прочих местах. Демоны, они даже хуже, чем демоны. Они обманывают весь мир. Говорят вроде как красиво, поют, танцуют. Но слушая их, вы ничего не обретете в своей жизни. Вы ничего не сможете там получить. Вы просто потеряете все, что у вас есть. И вот Хираньякашипу, он решил отправиться на гору Мандараначал, чтобы совершать аскезы, чтобы обрести силу. In the meantime, you see, those demigods. И тем временем те полубоги. They are searching for opportunity. Now they get opportunity. Now ждали, когда они могут завоевать. So better we can go and fight with the demigods. И поэтому, пока никого нету, можно пойти завоевать. Hey, over there, you know, Asura kingdom. Царство Асуров пока нет, Хираньякашипу и Индра со всеми своими воинами, они пошли сражаться с Асурами, а в то время, пока Хираньякашипу ушел совершать аскезы. И что же делать? И после этих аскез Брахма пришел, поскольку он звал Брахму. Не Вишну, а Брахму. И Брахма снизошел к нему и сказал, кто зовет меня? Он покрыт уже песком и пылью, и Брахма своей водой из Камандалы. Он опрыскал его, и Хираньякашипу он вышел из мусора. Ну, поскольку он долго совершал аскезы, десятки тысяч лет, поэтому уже земля его покрыла, и он приложил свои поклоны. Зачем ты зовешь меня, совершаешь аскезы, и я хочу стать бессмертным? Я хочу стать бессмертным. Как? Невозможно. Но я хочу стать бессмертным. Но я не могу тебе этого дать, поскольку я сам смертен. Я умру сегодня. И Брахма говорит, если я сам смертен, как я могу сделать тебя бессмертным? Проси что-то другое.
Нет, я хочу именно такое было, да. Ну, тогда я ухожу. И Брама ушел, он опять начал совершать аскезу. И Брама спустя долгое время опять пришел, спрашивает, чего ж ты хочешь? Я хочу стать бессмертным. Но я уже сказал тебе раньше, что это невозможно. Какое-то другое благословение проси, я дам тебе его. Хорошо, благослови меня, что никто из твоих творений, он не может убить меня. Хорошо, я благословляю. Ни днем, ни ночью никто не может убить меня. Хорошо, никаким оружием меня нельзя убить. Хорошо. И таким образом он выбросил такие благословения. Он думал, что Брама он уже пожилой, старый, можно одурить его. И Хираньякашипу хотел одурить Брама, поскольку Брама уже старый. Уже первая часть жизни у него прошла, уже вторую доживает, и поэтому... Наверняка можно его одурить и выпросить разные благословения. И Брама сказал, хорошо, хорошо, да будет так. То есть так он косвенным образом получил такие благословения, чтобы стать самым могущественным, и кто же может теперь его победить. И когда он вернулся, асуры они обрели невиданную силу. И вот во время Нарисимха Чатурдаши я говорил о Прахлада Чаритри и о Хираньякашипу. У него было четыре сына. И самый младший сын Прахлад Махарадж. Вот Махарадж их перечисляет. Санхлад, Прахлад, Анхлад. И Прахлад Махарадж, он был любимым сыном Хираньякашипу. Хираньякашипу он решил. До этого я уже говорил, что жену забрал Каядху, жену Хираньякашипу. Забрал и Индра, а Нарада потом сказал, что зачем ты забрал его жену, ты не имеешь права прикасаться к ней, как я хочу защитить нас, поскольку он его сын Асура, поэтому он, несомненно, Асура, но Нарада сказал, что нет, о царь. О, Индра, на самом деле это великий преданный, он слуга Анантадевы, он родится из ее чрева, поэтому не беспокойся, и хорошо. Он оставил жену Хираньякашипу, и так Каятху, она в это время находилась в ашраме Нарада Махараджи. Нарада говорил Харикатху, но Каятху... Она молилась Риши, у меня есть просьба к тебе, какая просьба, что благослови меня, что когда мой муж вернется, я могу родить этого ребенка, хорошо, благословляю. И Хираньякашипу вернулся, тогда родился Прахлад. Хираньякашипу очень любил этого мальчика. И вот он решил отправить его в школу, в Патшалу. Я буду кратко говорить. И вот Шанда Марко, они учили его. И вот в начале всего... И когда однажды Хираньякашипу учителя привели Прахлада Хираньякашипу, он спросил у него простой вопрос, чтобы он не беспокоился, и спросил: «О, мой сын, чего ж ты узнал с твоей школы? Я хочу узнать нечто о тебе».
Хорошо, я вот это обсуждал в день Нарисимха Четвертыша. Отец, он даже не говорит отец. Отец, весь этот мир, он полон огня, беспокойств для тех, а для тех, кто хочет освободиться от всех этих проблем, лучше, если они оставят этот материальный мир и отправятся в лес и будут медитировать на лотосные стопы Шри Кришны, Бхагавана, будут совершать баджан. Я объясняю эту шлоку во время Нарисимха Четвертыши, я говорил о ней. Эта семейная жизнь, она подобна глухому колодцу, в котором нет воды. Такой слепой колодец. И Хираньякашипу был очень удивлен, как возможно для него говорить такое. Я отправил его в хорошую школу, где он должен изучать политику, экономику. А он говорит о какой-то бхакти. Что это? Откуда он узнал? О, откуда ты узнал? И он разгневался на этих учителей, а учителя сказали ему: «О царь, не гневайся на нас, что мы не учили ему этого, а откуда он узнал?» Мы не можем сказать, откуда он узнал, но мы-то его не учили. The teacher very secretly asking in front of that student, disciple, Prahlad, oh Prahlad, you are speaking in front of me. И вот они спрашивают: о Прахлад, ты. We are not never giving this kind of teaching. Could you speak nicely? Don't speak lie. Where from you got that kind of teaching? Рассказывай, откуда ты узнал об этом? Будди веда паракрито утахо те сато баба. Vanyatam satukamanam gurunam kuranandanam. You have to speak in front of us. Ты должен говорить нам. Мы удивлены, откуда ты это знаешь. Prahlad Maharaj now speaking. И Прахлад Махарадж говорит, что никто не может обрести такое в этом, во всем мире. Нельзя найти никого, кто бы дал нам учение о том, как вернуться назад к Верховному Господу. То есть сейчас мы нельзя найти никого такого, кто свободен от всяких желаний и может дать нам настоящее, постоянное решение для всех наших проблем. When he is not speaking, then they took. There is four procedure of treatment in rights the politics. И вот в политике есть три вида. Four procedure of treatment. Как нужно себя вести с людьми? Шама дама. Бхеда дандо. Бхеда дандо. Шама дамо, а? Шама дама. Сам дам. Sorry. Сам дам. Sham dan ved dando. Ved ni danda. Sham dan ved dando. Sham means very sweetly. Sham значит нужно сладкими словами. Very very sweetly speak. Очень красиво говорить с людьми. Oh my boy, you must be called how. Very nice. И вот они пытались таким воздействовать на него сначала. Просили вежливо рассказать, потом сказали: мы тебе что-то дадим, если ты расскажешь. Hey, be careful! А потом сказали, если не расскажешь, мы тебя побьем. Bed, sham, first sham, then dan, after bed,
After dando, I can give punishment, direct punishment. То мы накажем, накажем тебя, то есть эти. И вот они пытались узнать у него, но. Now again, second time. Следующий раз. Прохлад Махарадж сначала сказал вот эту шлоку, а второй раз, когда его учителя опять привели его к царю, о царь, сейчас он хорошо образован, может спросить любой вопрос. И Хиранья-Кашипу сказал, хорошо, ты образован должным образом. И о, Прохлад, мой сын, можешь ли ты сказать, что ты узнал от твоих гуру, из твоей школы, и Прохлад? Свадхитам кинчидуттамам, кале, кале найта вад аясмано, яд асикчат гурур бхавано, кале найта вад аясмано, яд асикчат, very nice, кале найта вад аясмано, яд асикчат гурур бхавано, very nice. Pronunciation little here, the meaning go. Very big. Prahlad. О, Прохлад. Please speak out something. Пожалуйста, скажи мне, то, что ты узнал от своего Гурудева. И Прохлад, он подумал, кто мой гуру. Мой гуру — это Нарада, я уже слышал. И он не думал и не говорил, что Шанда... А, еще раз, Прохлад Махарадж, точнее, Хиранья-Кашипу, он спросил, что ты узнал от своего гуру. Он не спрашивал, что он узнал от Шанды Ямарки, а спрашивал, что узнал от гуру. И Прохлад сказал, я не должен врать. Я слышал, все узнал от Нарады Махараджи, и он мой настоящий гуру. И он начал говорить о том, что он узнал от Нарады, а не то, что он узнал в школе. По идее, должен был сказать то, что ему, чему учили Шанды Амарка, но он наоборот начал. Арчанам банданам дасям сакчаматманиведанам ити пунсар пита вишну бхактисчетна варакшана криету бхагавати адхьятанаванне адитамуттамам. What you are learning, what kind of lesson you got? И что, что, что же ты узнал от своих гуру? И Прохлад Махарадж говорит, то, что он узнал от Нарады, и хотя он был в чреве матери, но все же говорится, хотя в то время Прохлад Махарадж был в чреве своей матери, но все же Нарада говорил Харикатху Каяду, а Каяду, она женщина, она, ее ум беспокоен, она не могла осознать все. А Прохлад Махарадж, который находился в ее чреве, он слушал Харикатху. И он слушал, но никто не знает об этом. Арчанам банданам сакшам атмо ниведанам ити пунсар пита вишну бхактисчет навалакшана криету бхагавати адья танманни адитамуттамам. Ты спрашиваешь меня о лучшем учении, которое я узнал от Гурудева, и это лучшее. И вот он рассказал о девятисложном бхакти. Прохлад Махарадж их все перечислил.
И Прохлад Махарадж сказал, если кто-то следует этому девятисложному бхакти, которая направлена к лотосным стопам Вишну. Applying bhakti, doing bhakti. Bhaktischet Navalaksha, nine folds of devotee, devotion I'm speaking, Kriyeta Bhagavati Adhya. If it is done, then you see, I think the topmost thing. То я думаю, это лучшее из всего, что я узнал. Oh, really? И Хираньякашипу очень разгневался. Он был возмущен, что чему вы учите моего сына? И Шанда Амарка, его два учителя, они очень испугались, поскольку царь очень гнев, он готов убить их. Чему же учите моего сына? For this reason, I send my boy to you. И ради этого я отправил его вам, чтобы вы испортили его. И он со сложными руками, эти два учителя начали спрашивать: «О, царь, почему вы гневаетесь на нас?» Они сказали: «О, царь, поверь нам». Тавендра Шатро, Нойшарги Киям, Матираса Раджан, Ниджача Маннюм, Маннюм, Кададас Мо Мано. Don't try to treat us very badly. Не надо так относиться к нам. Мы не ожидаем никакого плохого поведения по отношению к нам. Ты оскорбляешь нас, но поверь нам, мы никогда не учили его так. Но откуда он это узнал, что это его врожденное чувство? Он естественно, в нем такой бхакти – это наша естественная функция нашей души. И поэтому, царь, прости нас, это врожденное в нем. Поверь нам, мы никогда не учили его таким образом. Откуда он это узнал? Мы не можем сказать, почему на нас-то ты гневаешься. Что ты, то, что говорит твой сын? Естественно, это в нем уже есть. Мы не учили ничему подобному. Поэтому, пожалуйста, не гневайся на нас. И Нарада говорит. Actually, this incident actually, it is the question of Hiranyakashipu. Это вопрос Хираньякашипу. Where from you are learned? Откуда ты это узнал? Guru Naivam Pratiprakto Bhuyo Aha Sura Sutam. Actually, this topic which Narada Maharaj is in front of. О котором говорит Нарада Юдхиштхире. Это можно быть Нарада говорит Юдхиштхире. Откуда Нарада, откуда Юдхиштхире, можно подумать. Там непонятно. Бхагаватам. И поэтому, когда эти учителя сказали, что мы не знаем, что случилось, и Хираньякашипу говорит, если этот урок ты не получил от своих гуру, от кого же ты узнал? И Прохлад Махарадж говорит, Prahlad was speaking nicely. Motir na kishne parato shatova mitho vipadde dugiho vratanam adant govhir visatantamisam punah punah
чарвито чарвананам. Матирна кисне параду сатовами то вибатти то грихапратанам. Those who are already with грихапрата, грихапрата with each and every word. Гриха, сейчас я хочу объяснить каждое слово, но времени мало. How I can speak? Как я могу сказать? Каждое слово я хочу объяснить, но времени мало. Матирна кисне параду сатовами то вибатти то грихапратанам. Что те материалисты, они находятся внутри грихаврата. Грихаврата значит их решение жить семейной жизнью. Это и есть грихаврата. Вы знаете, что такое грихаврата? Даже брахмачари и саньяси, они могут сказать, взять такой обет. Фантастически, но Прабхупад говорит, они находятся в отреченном укладе жизни, но грихаврата, это их они могут попасть в эту сеть. Внутри их она может быть так или иначе. Грихаврата значит склонность жить семейной жизнью. А что значит семейная жизнь грихаврата? Те грихасхи, которые поддерживают свою жизнь не в наставлении, не в соответствии с ведическими наставлениями, это зовется грихаврата. Грихаврата значит те у кого есть какая-то склонность к семейной жизни, хотя они саньяси, но они живут, ведут себя как домохозяева, точно так же. Врат – это значит обет. Саньяси или брахмачари – это не их, как сказать, стиль жизни. Если посмотреть на них, они живут как домохозяева, хотя носят одежды саньяси или брахмачари или еще кого-то. Directly or indirectly, somehow, и вот прямо или косвенно, так или иначе, кто-то может получить вдохновение. То есть прямо или косвенно нет пути, как избавиться от материальных оков и достичь лотосных стоп Шри Кришны. Это невозможно, поскольку материальные люди, они чем заняты? Подобно собаке, собака, которая не ела, скажем, два дня, и однажды она нашла какую-то кость сухую. Эта кость, собака очень голодная, она взяла эту кость, пошла под дерево и начала жевать. Ничего она не получает, но все равно, когда она жрет, она ранится, порезалась и щеку, и когда она жрет эту кость, кровь течет, и, соответственно, собака чувствует вкус своей же крови и думает, что она ест. И также мы... И также люди, которые живут семейной жизнью, они ничего не получают, но думают, что что-то получают. New taste, but nothing is there. То есть они чувствуют вкус к семейной жизни, но на самом деле там нет ничего. И после этого Прахлад Махарадж говорит, они не знают о они ничего не знают о лотосных стопах Шри Кришны. У них нет никакого представления об этом. Как же они могут мне что-то сказать? Дать какой-то совет относительно Кришны. Как они могут дать мне совет о Кришна-бхаджане, если они сами ничего не знают?
Они не знают, эти учителя и все, кто здесь присутствует, они не знают ничего о настоящем интересе души, настоящей цели, которая важна для души, души, которая пребывает в вашем теле. Они глупы, и поэтому, что они могут дать мне? Они не знают, что наивысшая цель это преданность лотосным стопам Вишну. Они обусловлены душой. Их ум, он всегда находится снаружи. Он ищет материальных наслаждений в этом панчалдеше. То есть их ум всегда стремится к пяти видам наслаждений. Они сумасшедшие, они думают всегда о материальных наслаждениях. Они не думают о лотосных стопах Шри Кришны. И чему же они могут меня научить, подобно тому, как слепец, если он будет вести другого слепого, и Прохлад Махарадж говорит, один слепой человек ведет другого слепого, они оба могут упасть в овраг какой-то или в колодец, или вообще куда-то упасть могут, в какую-то... яму, поскольку оба они слепы. А те, кто действует как гуру в этом материальном мире, они подобны слепцам. Они не могут видеть сами и ведут других, и поэтому они все вместе падают в майю. И вот Прохлад Махарадж дает решение. И какое же это решение? Это настоящее решение, вы должны помнить его. Нискинчананам на бринито яват наишан мати ставадуру крамангрин спришатта нартап гамо ядарто мохия самрааж падео вишекам Нискинчананам на бринито яват. I can speak in details tomorrow. Об этой шлоке завтра буду говорить подробно, до тех пор, пока вы не примете прибежище у лотосных стоп чистого вайшнава. И вот до тех пор, пока вы не примете прибежище у такого возвышенного вайшнава, и до тех пор, пока вы не примете омовение в пыли с лотосных стоп гуру и вайшнавов, вы не можете исправить свой ум. Вы не можете исправить свой ум. Вы можете купить там и книг на базаре и читать их, но каплю самоосознания вы не получите. Осознание, самоосознание вы можете обрести только у самоосознавшей себя души, а не на базаре. Если у вас есть достаточно денег, вы можете купить много книг и читать их, но чувство, где вы возьмете? Горкишвар Бабаджи Махарадж говорит какому-то глупому преданному, что они могут купить книги и читать их, но чувства, где нет чувства, возьмут. Они хотят слушать о Рупануга Баджане, но они не знают даже алфавита.
а уже хотят совершать рупануга баджан. Не смешно, они не могут контролировать свои органы чувств и прочее, просто что-то рассказать о рупануга баджане. И Гоки Шурдас Бабаджи Махарадж, он смеется. Могут купить какие-то книги, но осознание чувства откуда не могут получить. На рынке это не продается. They can buy book, they can read, but where from they get realization? Gopi Sarvaji, laughing, very nicely. You see this way. И вот смотрите. До тех пор, пока он не примет прибежище лотосных стоп, с лотосных не примет омовение в пыли с лотосных стоп Гуру Вайшнавов, то нет никакой возможности получить хотя бы каплю осознания. Это не шутки. И сколько терпения, сколько вдохновение, насколько вы должны быть готовы пожертвовать собой ради лотосных стоп Гуру и Вайшнавов, и тогда их осознание может из их сердца перейти в ваше сердце. Какое? Чем вы пожертвовали в своей жизни, чтобы обрести это осознание Гуру? Осознание, это чувство, может перейти из сердца Гурудева в ваше сердце. Если вообще я получаю какое-то осознание, какое-то чувство от Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа, я не произвожу его в моем сердце. Это не какая-то кухня, где можно приготовить все что угодно. Нет. И вот в этой шлоке говорится, что Снигда Шишья, он получает от своего Гурудева такое же чувство. И завтра я буду говорить о учении Прахлад Махараджа. Я уже подробно говорил о нем во время дня Нарисимха Чатурдаши. Сегодня заканчиваю. И завтра учение Прахлад Махараджа. Прахлад Махарадж, он дает нам наставление. И после этого Хираньякашипу гневается на него. И как явился Нарисимхадев, как Прахлад Махарадж получил полную милость Нарисимхадева, и как Прахлад Махарадж он выражает свое чувство Нарисимхадеву. Это превосходное учение, которое мы хотим узнать у Прахлад Махараджа. With a teaching, Motir Nakishne Parato Shatova Mito Vipadde Tugriho Vratanam Adant Govir Vishatam Tamistram Punaha Puna Chorvito Charvananam Naisham Matistava Duru Kramandhu Sprishyattanarthap Gamo Yatato मोही असंपादर जो विशेषम निष्किंचनानम नवनितो याव वांछा कल्पतरुष के पासन में विजय पतितानं पावन गोविष्णु शो नमः